это откапиталили полностью. Через два дня запускаем его. Вот это. Полностью капитальный ремонт сделали. Сейчас готовят этот процесс на пятый турбогенератор. Идет капитальный ремонт полностью пятый турбогенератор. Это который к сентябрю, да? Да, к сентябрю. Не сентябрю, где-то в конце августа. К сентябрю, да. Хочу сказать, вот полностью капремонт идет. Его делает Казремэнерго. Алматинские ребята, которые полностью уже откапиталили полностью. Где-то запуск, я ожидаю, где-то 20-21 августа. Пятый генератор, к августу. Да. Таким образом, а дальше вот здесь государство выделяет деньги, мы его ломаем и туда ставим 30-ку уже. Еще. Еще два котла. Или... Еще два получается. Еще два котла. Да, да. Нет, не котла, турбогенераторы. А, турбогенераторы. Да. Таким образом, у нас здесь было 59, да, мегаватт. Да. В будущем будет 120 мегаватт. Это в два раза. К этому стараемся это получить. Вот видите, вот это все делается. Таким образом, сейчас через два дня запускается второй. Да. Через 15 дней первый. Потом третий. А это сентябрь запускать. А это выделенный государством 8 миллиардов тенге. Здесь будет стоиться 2/30. А это когда будет планируется? Год. 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 Это государственные деньги, там не мы контролируем. Поэтому запчасти, которые на это, да, которые сломаны, мы купили в Болгарии. Там остался. Потому что у нас в Украине можно было, но в Украине выпуска. Поэтому купили в Болгарии. Там у них оказался один ротор, турбогенератор полностью, его не закупали. Это нам обойдется 4,5 миллиона евро. 4,5 евро. Монтажом. Они полностью монтируют свои. Вот. Спасибо.